сегодня буду показывать, как же открывать бесплатно. Как взломать, короче, дом за золотом. И я вам покажу, как у меня столько динамита и золота. Давайте сейчас только вот эти два откроем и все. И получается, выходим и заходим в Lucky Patcher. Вот нажимаем на наш Talk Tom Gold Run. Это дом за золотом. Нажимаете мини-патчи. Пересобрать для работы с NNL, APL и LVL с эмуляцией. Если у вас, как у меня, один вот этот вот патч поддержки для эмулятора, тоже соглашайтесь пересобрать приложение. И ждем, пока пересоберется. Главное никуда не нажать. Ну вот и все. Шаблон 1 и номер 3 пропачены успешно. Шаблоны 2, 4 и 5 не найдены. У вас должны быть 1, 2 и 5. Если у меня такого нет, я игру сломал. Дальше нажимайте перейти к файлу, деинсталлировать и установить. Ждем, теперь нажимаем да, окей. Так, вот дом за золотом удаляется, как бы обычная версия. И устанавливается, вот мы нажимаем обязательно установить, и устанавливается взломанная версия. Потом посмотрим, что будет. Итак, приложение успешно установлено. Не нажимаем ОК, нажимаем запуск, потому что потом ничего не будет работать. И ждем. Все, пока все загрузится. Нажимаем Go. Пусть будет вот этот. И тут надо сначала пройти обучалку, как бы, да, вот. А потом, чтобы у вас магазин. Главное пройти обучалку и чтобы появился вот этот сейф, а потом, чтобы появился магазин. Потому что если магазин не появится, это с покупками их можно бесплатно делать. Поэтому этот баг. Вот, смотрите, там уже... Вот, смотрите. Блин, это голда. Черт. Ладно, подождем. Давайте пока это... Я выхожу как бы, вбиваюсь. Все, твой рекорд, бла-бла-бла. Теперь мы заходим сюда, и вот это окей будет. Вы не понимаете пока, что будет, а я понимаю. Так, нажимаем крестик, еще раз go. И мы должны собрать сейф. Мы сейф должны собрать. Итак, и давайте сейчас давайте будем... Блин. Итак, и мы должны, чтобы открылся магазин, кто не знает. Мы должны сначала взять хотя бы один этот сейф, чтобы был. Но почему-то... Вот, наконец-таки, сейф. Хух, я чуть не умер. Все, теперь можем сдаваться. У нас появился магазин. Вот, твой рекорд. Вот, мы переходим в него. Вот сюда нажимаем мы. Дальше мы нажимаем «Скрыть». Тут 5 часов ждать, но бесплатно. Тут как бы вот так вот все выпадает неинтересно. И вот. И теперь $1 всего лишь 16 штук стоит. Вот я возьму маленькое вот это вот число. 18. Мы нажимаем на него «Бесплатная покупка». Lucky Patcher предоставляет вам сделать эту покупку бесплатно. Вы нажимаете «Да». Все, 18 динамита ваши.
Если вы мне не верите, запомните, сколько у меня. 43. Я нажимаю... Вот у меня 43. Я хочу вот эту. Вот. Отлично. 1443. И давайте теперь пооткрываем сейфики. И посмотрим, что мне выпадет. 140. Вот так вот. И все. Как бы вот что мне выпадет.